Ульяновскую область вновь посетил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. На этот раз федеральный гость акцентировал внимание на поездке в Димитровград. Полпреда интересовало формирование комфортной городской среды, ядерный инновационный кластер и развитие промышленных зон. Димитровград – это город с огромным потенциалом, потому что это экономическая, это образовательная, научная основа, которая там была заложена, она очень высокого уровня. И, в принципе, компетенция людей, которые в городе живут, таковы, что действительно город может очень успешно развиваться. Вместе с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым они посетили Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии. Первое уникальное не только с точки зрения медицинских решений, но и с точки зрения проектных решений, потому что не было. С точки зрения научного сопровождения, вопроса радиационной безопасности, вопроса дозиметрии. В центре полностью завершены строительные работы. На финишную прямую выходит и монтаж медицинского высокотехнологического оборудования. Планируется, что уникальный объект медицины начнет принимать первых пациентов до конца года. Радиологический центр, единственный в России, рассчитан на полный цикл лечения от рака, начиная с диагностики и заканчивая реабилитацией. В структуру объекта входит свыше 20 корпусов, среди которых протонный центр. В год его смогут посещать более 20 тысяч пациентов. Михаил Бабич прошелся по коридорам корпуса протонной терапии. Здесь его ознакомили с работой аппарата позитронной эмиссионной томографии. Продемонстрировали возможность системы Гантри. С ее помощью пациенты смогут получать высокоточную лучевую терапию. Полпред заглянул и в самое сердце центра радиологии. Протонный ускоритель. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина на эти цели был направлен 21 миллиард рублей. Вот это крупнейшая инвестиция. И самое главное, что этот центр будет служить не только жителям Ульяновской области, а это уникальный центр компетенции для всей России. Здесь будут лечиться люди со всей России. И здесь будут применяться самые уникальные технологии лечения, которые позволят спасти жизнь тысячам и тысячам людей. После Михаил Бабич прогулялся по дворам Димитровграда. К слову, многие из них теперь выглядят как в столице. С новыми уличными тренажерами, спортивными игровыми площадками с элементами резинового покрытия. В прошлом году во втором по величине городе области заработал федеральный проект формирования комфортной городской среды. За это время благоустроили 25 димитровградских дворов и территорию возле Центра культуры и досуга «Восход». В частности, здесь сделали ракарий, то есть каменистый сад, и высадили газон. Реализация проекта продолжается и по сей день, с учетом мнения жителей. Предложили жителям, сделали карту, где были обозначены все места. Ну и, собственно, за 2 недели получили огромную активность граждан. Для Димитровграда не ожидала, честно, Михаил Викторович, потому что около 8 тысяч анкет вот мы из ящиков таких достали, собрали. Да. Инициативу горожан придали огласке. В результате общественная комиссия утвердила итоговый список из 16 общественных пространств, которые облагородят в течение года. Итоги визита Михаил Бабич лично подвел на заседание в научно-культурном центре имени Славского. Обсуждали срочные и долгосрочные планы Димитровграда, как территории опережающего социально-экономического развития. Большая работа проводится правительством области и губернатором области на предмет того, чтобы создать и использовать уже имеющиеся инвестиционные инструменты. Вот недавно город получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас идет активный подбор резидентов в эту зону, в этом плане заделы. Кроме того, индустриальный парк «Димитровград», который сейчас перепрофилируется, на который будут выделяться средства из федерального бюджета по программе развития моногородов. Широкопрофильный индустриальный парк нового формата формируется на площадке Димитровградского автоагрегатного завода. Сегодня уже 7 резидентов есть. В общей сложности это почти 1500 новых рабочих мест, которые мы готовы создать на территории индустриального парка, такой дип-мастер, мы его так называем. В планах размещение на территории парка не менее 7 компаний, создание свыше 700 новых рабочих мест для жителей моногорода. Рената Алиулова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.